долго Кулижников шел к мировому рекорду. И три года, три с лишним года им владел. Подобрали. Ну, лидер Кубка мира. И, в общем, все равно надо бежать на очень хороший результат, чтобы не отпустить, не устраивать завтра себе нервотрепку. Джун Хо Ким, соперник Кулижникова по паре. Видели, мне кажется, что судьи видели, что движение было у Павла. Он так подседал потихоньку. Ну, а это свежеиспеченный мировой рекордсмен. И трое из четырех японцев, ну а четвертый просто упал. Тот, кто добежал, все добежали с личными рекордами. Да, и судья говорит, удерживайте позицию на старте. Судья на старте. Разбег нормальный для Кулижникова. 9.67. Мировой рекорд, когда он устанавливал, он тоже 9.67 разогнался. Но сейчас весь вопрос удержать малый поворот. Очень прилично привез Юн Хо Киму Павел Кулижников сейчас на переходной. Мы видим, и должен очень... быть хороший результат у Павла Кулижникова. Последние метры. Мировой рекорд Кулижников возвращает себе. 33-62. Невероятно. Вот это фантастика. Вот это да. И это при том, что так все затянулось. При том, что вот так все было нервно. 33.95, это 23.95, круг из 24 секунд, да. А? Ну, Кулижников талантище, ну, красавец, какой же он фантастический, это невероятно. 23.62, а? Ну, вот правильно. Рискуя в малом повороте. А здесь Шинама поставил задачку Кулижников. Так, ну хорошо, давайте я решу и эту задачку. Это уравнение не проблема. Ну, фантастический, конечно, талантище Павел Кулижников. И, ну,